5 декабря президент Ильхам Алиев посетил посольство Соединенных Штатов Америки в нашей стране. Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го президента Соединенных Штатов Америки, видного государственного деятеля Джорджа Герберта Уокера Буша, оставил запись в траурной книге. Глава государства побеседовал с временным поверенным в делах США в Азербайджане Уильямом Гиллем. Президент Ильхам Алиев сказал, что Джордж Буш был видным государственным деятелем. Поделился воспоминаниями о нем.